Ну а українська картопля не пройшла фейс-контролю. Спочатку ввозити її заборонили на території Росії, а від сьогодні вже і білорусам не світить посмакувати нашою бараболею. Чи загрожує самим українцям вечеря з дерунами, перевірила недовірлива Оленка Філонова. Абзац на Київщині. Я ем картошку как минимум 5 дней в неделю, поэтому наличие в ней паразита под названием золотистая картофельная нематода меня очень беспокоит. Неужели каждый раз, кушая фри, вареную или в мундирах, я рискую заболеть? Безкраї лани, широкі простори, картошечки. Ух! Вот оно, картофельное поле. А этот мужчина – его вице-президент. Здравствуйте. Добрый день. А вы вице-президент картофельного королевства? Почти. Николай, как никто, знает про картошку все. Ее у него вон сколько. А вы любите картошку? Да. Да. Жареную? Жареную. Или пюре? Жареную. Ну, а вы свою картошечку кушаете? Конечно. Или все-таки у бабушки на рынке покупаете? Нет, мы кушаем свою картошку. У меня 3 детей, все тоже кушают картошку с нашего поля. Ну, если деткам своим дает, значит картошечка хорошая. Но я ж тут, чтобы проверить. А нематода есть? Золотистая. Золотистой нематоды нет. На слово верить не буду. Николай же кормит не только своих детей. С этого поля где-то мы получим 1500 тонн картофеля. Да. Это, если рассчитывать, что один человек потребляет 130 килограмм в год, и 1500 тонн мы накормим около 3000 семей. Или 12 тысяч человек. Кроме того, большую часть картошки Николай отдает другим фермерам по всей Украине. Мы занимаемся выращиванием семенного материала в основном, поэтому мы работаем с фермерскими хозяйствами, которые выращивают уже столовый картофель. То есть, если в его картошке нематода, и он ее отдаст другим фермерам, у них она тоже будет? Обычно там, где находит карантинный вредитель, запрещают выращивать в течение определенного периода времени, а это, как правило, 5 или 10 лет, выращивать картофель. Каждый год к Николаю и другим картофельным президентам приходит инспектор и проверяет, чтобы картошечка была без вредителей. Я тоже взяла с собой инспектора. Ирина поможет мне с экспертизой. А вот есть такая золотистая нематода. Вы ее хотя бы видели в глаза, как она выглядит? Она мелкая, вот, можно увидеть небольшие такие цисты при выкапывании картошки, вот, возле буй. Копать так копать! А можно я буду копать? Конечно. Только я буду делать это впервые в жизни. Отлично. Мне нужна инструкция. Сейчас как копну. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Ой, розовая! Красавица! А как пахнет? А почему розовая? Это нематода? Нет, это такой сорт картошки. Вот я сейчас проверить хочу. Абсолютно здоровая картошка. На ней нет никаких ни пятен, ни повреждений. А вот беленькая пятнышко. Это глазки так называемые. Это серьезно? Да. У картошки есть глаза? А чего один глаз? Надо было 2. Как-то неестественно. Их много. Обычно их, если помыть, смотрите, вот видите? Есть, если помыть, их будет около 4, 5, 6. Но кроме глазок в картошке я нашла его! Ты зачем ешь украинскую картошку? Стесняется. Для чистоты эксперимента возьму еще один сорт, который растет через дорогу. А я тут уже в удобной позиции вроде бы. Ой, не идет дальше. Вот еще малыша забыли. Давайте малыша тоже. Картошку в пакеты и в лабораторию. Ну что, Николай, я вашу картошку отобрала, теперь хочу лично проверить. Я проверю не только картофель с поля, еще возьму на рынке. А у вас картошечку можно будет купить? Можно, да. Смотри, видите, да. И в супермаркете. Теперь я готова на экспертизу. Ой, точнее не я, а моя картошка. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу проверить картошечку. Так, давайте свои образцы сюда. Результаты будут готовы через 3 дня, а пока я пойду к умному аналитику, чтобы понять, есть ли еще какие-то варианты, почему Россия не взлюбила нашу картошечку. Знаете, как дети в детском садике. Вот обиделись два и давай. Вот я машинку заберу, ага, и я машинку заберу. И будем один на одного дуться, один на одного бежать и будем довольны. Вот так Россия и Украина. Мы придумали, давайте бойкотировать товарищи, ах так, а тогда мы будем бойкотировать вашу картошку. То есть это специально получается? Чисто политика. И что теперь? Куда ж картошку девать? У нас получается где-то за год 22 тысячи тонн выращивали и 22 тысячи тонн съедали. За границу мы картошку практически никогда не поставляли. За 2013 год поставили 50 тонн. 50 тонн? Я думаю, если каждый украинец съест хотя бы на одну картошку больше в этом году, то запрет на экспорт картошки соседям для экономики страны пройдет незаметно. Но вернемся к страшному картофельному паразиту. Ну что, прошло 3 дня, проверим, нашли ли в нашей картошке золотистую картофельную нематоду. Здравствуйте. Есть или не есть? Тут текста не особо много. Это плохо или хорошо? В даних зразках тут не виявлено шкідливих регульованих організмів, відсутня золотиста картопляна нематода. Ура! И вообще Сергей мне рассказал, что за последних 3 года они в картошке нашей не нашли ни одной нематоды. Якби в них виявили нематоду, им бы заборонили выращивать картоплю на экспорт, на реализацию. А вот еще один нюанс, который вообще меня сбил с толку. Это паразит рослин. А, то есть он получается вреден только для растения? Да. А для человека нет? Нет. То есть картошку можно есть даже с нематодой? Вы можете спокойно есть, и никакой шкоды он вам не завдает. Оказывается, Россия покупала картофель у нас, чтобы посадить и потом продавать как свой. А теперь картошка только наша, а главное здоровенькая, я проверила. Так что кушайте на здоровье.